сказал о том, какой сегодня, вернее, завтра великий день. А сегодня, в 41-м году, это был последний день Второй мировой войны, пока германская армия не знала поражения. На завтра она побежала. И когда на небе грянул смертный гром, нам судьба иное начертала. Нам не призывному, нам не приписному воинству окрестного квартала. Синие метели свет возвели, все календари полетели. Годы нашей жизни как составы пролетели. Как же давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, разве это выразить словами? Как они стояли у военкомата с пыльными навечно головами. Вспомним их сегодня всех до одного, вымостивших страшную дорогу. Скоро кроме нас уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром, трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыкала свернется. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы не дали славу. Как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами.